Sports. Мы уходим с платного участка, пойдем по бесплатке через новую. 100 метров, продолжайте движение прямо. Продолжайте движение прямо. Через новую Усмань. Проедьте 29 километров. Это надо было по платке идти. Что-то я не могу понять. Ладно, не важно. У нас тут небольшое дело нарисовалось в Воронеже. Да, фишка в чем? Ну вот Димка Тарич мой корешок, который вот на Вольве, гид, который кулинарный, который нас с вами по вкусняшкам всяким, хорошим злачным местам направляет. Его отец. Не на Вольве работают, а батя на газоне, там, на Нексте. И вот в Богучаре накрылась турбина у него. Сейчас он мне, вот я ехал, мне позвонил. А ближайшую турбину, где нужно купить, вот как раз таки в Воронеже. В общем, денежку мне перевел, адрес скинул, 30 километров. Мы сейчас заедем Воронеж, зайдем. Посмотрели все по прямой. Я думаю, там ничего страшного. Заедем, купим турбину. Потом выйдем на М4 и по рации покричим, с кем-нибудь эту турбину передадим. Я бы сам отвез, но, блин, далеко. Считайте, меня отсюда до Богучар. 200 километров туда, 200 километров обратно. То есть даже если тягачом, ну это часов 6 лишних нужно. Ну, грубо часов 6 отдать надо. А так мы купим, выедем туда куда-нибудь за. Уже за Воронеж, там, где вот можно будет дорогу перейти. Ну, в общем, посмотрим, где можно там. По рации покричим. Машины-то идут в сторону Ростова. Там, за валом, по-моему, 4. Я думаю, с кем-нибудь без проблем отправим. Вот такое у нас тут дельце небольшое. Надо помочь выращить. Как раз, говорит, никого нету, ну и мы как раз едем. Чего нет? Заехать, купить не проблема. Так что вот немножко сходим с маршрута. Ну как сходим-то тут? Чуть-чуть. Незапланированные... въезд по Воронежу получится заодно. Да и по Воронежу прокатимся. Уже 1000 лет в Воронеже не было. Когда в Воронеже последний раз? Когда на стройку приезжали. Что-то мы тут выгружали. С этого. С Адыгеи, по-моему. Последний раз, когда был в Воронеже. Пошел в Новой Усмани. Давай, заходи, дорогой. Не бойся. Десять километров до места надо. По Воронежу что-то, наверное, в районе километров 4-5 получится. See, baby, I...
Короче, мы приехали, все красиво, нигде даже под какие знаки не попали. Где-то вот здесь вот, с левой стороны, этот Воронеж Газпром, что-то там. Газпром не тот Газпром, а именно Газпром. Я имею в виду сервис газ. Ну, короче, запчасти продают для газонов. Газон Next. Не газель, газон Next. А мы направо. Сейчас повернем. Как бы нам на выезд, потом направо. Через 100 метров поверните налево. Затем и будете в конечный пункт. Через здесь вот налево, а мне направо. И вот тут мы прямо вот красивенько и станем. О, видите, как симпатично. Прям для нас место оставили. И потом туда по прямой пойдем на выезд. Beautiful. Пошли. Вот он, автоцентр ГАЗ Южный. А вот она, наша турбокомпрессор. Цена вопроса этого счастья 31 рубль. Турбокомпрессор. А мы вот, получается, стоим. Я сюда на эту улицу свернул, но у меня 2А не выбивает, у них 2А.
А выбило 2. И пошел туда, где 2. Надо было, оказывается, вот мне по ходу движения. Сейчас останется только выехать. Поймать какого-нибудь коллегу. Ему передать. Обменять телефонами. И на этом наша задача будет выполнена. Три часа, ну, грубо 3 часа 2,5. И он будет, этот турбокомпрессор, будет в Богучаре. Походу, так вот сейчас по прямой мы и выедем. Ну, видите, эти две дамы, они 2 находят, 2 они находят, а 2 это туда, на ту сторону перекрестка. Оказывается, вот он где. ГАЗ, детали машин, автозапчасти. Ну, нормально, мы вот сюда заехали, нигде, видите, ничего, ни по знаки, ничего. Ого. Чем выше горы, тем ниже приоры. Здесь же гор нету. Приоры это вообще полностью по земле. Не знаю, сколько у него там посадка. 3 сантиметра от земли или сколько? Ленинский проспект. Что-то тут веточки как-то слегка низковато. Немножко. Экскурсион по городу Воронеж. Не то чтобы по самому центру, но и не по самой окраине. Че, мы едем по Ленинскому проспекту, елки-палки. Ну, лепота. Мы не одни, тем более. Готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением. Хорошо. Пожалуйста, переходите. Пешеходы всегда вперед, тем более с детишками. Выйдем туда уже, как вот сам Воронеж обойдем. Там просто можно будет дорогу перейти, тут же широкая. А там как бы пешеходный переход, вот где раньше пост был. Там обычно даже гайцы иногда стоят. Москва, Тамбов. Мне куда? А меня как-то направо уводят. Через 300 метров едьте на дорогу с круговым движением. А, ну да, на Тамбов. Едьте, используя второй съезд. Все верно. Все. Ой, нет, тут автобусы паркуются. Не-не-не-не. Алексей Николаевич, едем пока здесь. Да, мы сейчас в сторону Тамбова, и потом просто как Тамбовская пойдет прямо, М4 пересечет, а мы на объездную. Да, все верно. Красный свет. Тормозим. О, они все дружненько-дружненько меня туда уводят. Вон, кстати, указатель М4 направо. Р-193, по ней тоже, я как-то в Воронеже, ну, только не с этой стороны, а туда, с этой западной, грузился на, что-то туда, на Алтайский край, на Рубцовск, вот.
2,7 и все. Эти братья узбеки здесь прямо по центру стоят, отдыхают. Нормально. Да, вон те вон дома вдалеке, которые. Это уже за этой, за М4. 100%. Я вас узнал. Через 100 метров держитесь левее. Что-то мне подсказывает, что здесь со второго ряда тоже налево поворачивают. И Машка хочет, чтобы мы левее поехали. Не, Машунчик, едем прямо. Через 120 метров поверните налево. Прям тут фигурное вождение сдаем. Не надо нам левее. Левее, вон, видите, грузовикам запрещено. Может и разрешено, но зачем? Вон, выскочили по прямой и поехали. Тут проехать получается еще 1,8 километра. Я же вам говорил, что с этого ряда будут налево поворачиваться. Вон, видите, автобус. Поворотник включил и налево крутит. Через 50 метров поверните налево. Я чувствую, я всегда чувствую, как этот говорил, да? Герой Леонова, доцент. Замели нас. Потому что эти все ребята, они все одинаковые. У нас тоже дома в Минске не обязательно с крайнего левого налево поворачивать. Если куча машин стоит, могут и со среднего. Они уже знают все интервалы светофоров, когда чего, сколько загорается. Ну, каждую неделю, каждый день, неделя в неделю, даже, может, из года в год по одному и тому же маршруту ездить. Представьте, закрой глаза, и он тебе поедет. У меня одноклассник на автобусе работает, на другой маршрут сажают. Он, как праздник какой-то. Хоть что-то, говорит, новое, а так уже все. Говорит, каждую ямку, каждую кочку, каждый бугорочек, все, говорит, знаю. Изо дня в день, по одному и тому же. Это ужас. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Кстати, мы вот еще две платки, получается, объехали. Ну и дело сделали, и денег сэкономили. В общем-то, можно было и здесь заехать. Ну, мы и там по прямой четко зашли. Все, вот и М4. Через 100 метров держитесь правее. А туда на Тамбов, на восток. Тамбов, Пенза и так далее по накатанной. Там никого не было. Ну что, поехали? За объездной остановимся. Вообще я хотел вот здесь остановиться, но вот пешеходная есть, только уже поверху. Сейчас вот здесь остановимся, попробуем в рацию покричать, заодно и узнаем,
Есть ли от нее польза от этой рации или нет? Да это только реклама это сейчас будет перебивать. Коллеги, есть кто в канале, кто в сторону Ростова идет? В ответ тишина. Замена роликов. Находимся. Трасса М4 Дон в сторону Москвы. 400. Ну, постоим, покричим. Километр. Телефон 8-9. Что тут мешает? 5-5-5-4-4-3-3. Где-то бы вот подойти бы куда-нибудь, да куда тут идти? Там гайцы стоят, может пойти гайцов попросить, чтобы кого-нибудь тормознули. Коллеги, есть кто в канале, кто в сторону Ростова идет? Все, тишина. Сколько машин мимо проехало, да? Вот вам и рация. Все. Я вот думаю, что вон гаишники стоят. Я думаю, наверное, надо пойти. Перейти. Перейти, попросить, чтобы это кого-нибудь остановили, с кем-нибудь передать. Сейчас еще раз крикну. Коллеги, кто на Ростов идет, ответьте, пожалуйста. Машины идут одна за одной. Короче, пойду я к гайцам, наверное, пешком схожу. Так будет быстрее. Ремонт и изготовление центров полагов. Замена роликов. Да пошел ты. Все, друзья, только так. Вон инспектора тоже уже куда-то уезжают, сотрудники полиции. Чем передал? Вот кричал, вон стою, кстати. Кричал, нифига. Подхожу к гаишнику, говорю. А он говорит, крикни, что это. Продашь топливо в сторону Ростова. Даже они это знают. Я сколько про рацию говорил, что это... Как тут наш тент сверху как раз. Абсолютно бесполезная в наше время ненужная вещь, которая кроме рекламы, куплю-продам топливо, больше ничего нету, никакой пользы не приносит. Я 3 минуты орал, даже не 3, минут 5, наверное, в рацию. Никто не отозвался. Вот так вот. Делайте выводы, господа присяжные заседатели. А с другой стороны, гаишник не обязан был мне это делать. Ну, поулыбались, посмеялись. Говорит, скажи, что топливо продашь. Сразу, говорит, отзовутся. Даже они это знают. О, как прославились. Все. Теперь мы можем с чувством выполненного долга ехать работать дальше. В Липецкую заходим. Граница. Воронежская, Липецкая область. Здрасте. Ребят, калибровку тромбовника надо кому-то сделать? Нет, не надо.
общем, вы все поняли по поводу балабольного устройства. Даже не переговорное. Десятка три машин прошло мимо. Ну пусть не три, но пусть два. Что, никто не слышал? Никто не отозвался. А вот да, крикнул бы, продам топливо на Ростов. О, где чё, почём, давай заберу. Век воли не видать. Такая вот нынче обстановка. Ничего не придумаю, увы, так оно и есть. Что, время у нас 5 часов вечера уже. До места 440 километров. Здесь уже мы никуда не съезжаем. Пацаны съезжают на бесплатку. Не, мы идем только прямо и только по платной дороге. Дальше. Здесь с этой фигней вот не обязательно проезжать, где вот Т-пас нарисован. Ну, где вот машинка вот эта зелененькая. Можно в любое окошко, как бы, обращаться. Крайних два грузовикам типа запрещено. Ну ладно. Вот в это не запрещено. Вот в это, вот в это, вот в это. Во все можно ехать. Вот кроме вон того, вон одного. Там нарисованы только денежки. Сколько здесь? 440 рублей. Ну нам меньше. Минус 20%. 440, так 10% это 44 рубля, минус 88 рублей. Получается где-то сколько там? Ну, грубо 360 рублей. Превышаем. В рамках ненаказуемого. Извини, братан, не могу перестроиться. Маленькие летят. Выпустить себя. Вот, братцы, видите, какая картина ручной работы из бересты. Как-то тут выдавливается или как. Вы только представьте, да, сколько здесь труда вложено. Обалдеть просто. Красота. Павловск. Реальное училище. Спасибо, Сергей, огромное. Вашему умельцу большой пламенный привет. Точно скоро дома можно музей уже будет открывать. Как в этом, как в Поле чудес. Все, видите, у нас тут ужин намечается. 250 километров до выгрузки. Тоже Тульская область, недалеко от Богородицка. Надо поужинать. И потом уже поедем до места. Все, приятного нам аппетита. Будем кишкоблустом заниматься. Я не знаю, видно вам или нет. Значит,
Они что, камни по этому лобовику лупят? Или как даст там он наверху в обшивку этот, ну, в кабину. Такое ощущение, что кто-то булыжником завинтил. Жуки майские. О, слышали? Это кошмар какой. Они в этом году, наверное, запоздалые, отъетые такие. Нифига, у меня уже весь лобовик. Я не буду сейчас это все смывать. Я потом смою. Очуметь. Вот это да. У меня было такое раз в Татарстане. Я не знаю, в какую-то в стаю их попало. Или там в рой, или как они там называются. В течение 10 секунд все. У меня уже весь лобовик был залеплен. Я ничего не видел. А я еще, дурень, взял щетки, включил. Это вся вот эта вот жижа размазалась. Я прижался к обочине, пошел этой щеткой отмывать стекло, потому что это нифига не отмывало. А один раз в осиный рой попал в Беларуси. И форточка была вот так вот приоткрыта немножко. Во, опять врезал. И это... Короче, две осы залетело, и мне как раз за спину туда. Ну и они с дуру, с перепугу еще меня и ужалили. Короче, они там в шоке, я еду, реву. Ой, весело было. Ну а про жуков это в Татарстане, это как раз вот Мамадыш, помню, прошел. И вот между Мамадышем и... Вот пятку прошел, и туда в низинку это спустился. И тоже вот такое вот время суток было уже. Вот вечерело уже, темнело. Эти тоже на променад вылетели. 10 секунд, все, я ничего не вижу. Я вот говорю, дурень, взял еще этот. Тут-то они хоть поодиночке лупят. А там я еще взял, говорю, все это щетками размазал аккуратненько. Все, видимость ноль. Даже по приборам невозможно ехать. Что тут вспомнилось? Ой, так, чего, 20 минут 10-го. И 225 километров нам. До точки выгрузки. О, лупят один за одним. О. Лоб здоровый же у нас этот. Телевизор. О. Дун-дун. Собирает он их знатно. Вот, братцы, наш сервис. Вот он, Кёгель. Здесь мы свой прицеп покупали. Сюда же мы сегодня, ну, вернее, уже завтра. Так как завтра настанет через 20 минут, пригоним свой прицеп. До выгрузки еще 37 километров. Пришла пора валить с М4. Сейчас вот на Видное уходим, на аэропорт Домодедово. Еще отсюда 12 километров. Через 2 минуты наступит завтра. Я уже ездил этой дорогой на Видное. А может и нет. Что-то знакомое. Проедьте 10 километров. 10? Так, 10. Жизнь гудит тут, да, в Подмосковье. Движняк идет. Понятно, что не такой, как днем. Но не перестает. Все куда-то едут. Тонары, самосвалы, грузовики. Маленькие, большие.
Так я ж сдвинулся, как только место было. Что это вы на меня так смотрите? Ты ли? Чё ли? Я. Надежда, как вас по отчеству? Ой, чё делается? Людк? А, Людк? Что? Глянь, чё делается? Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Угу. Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Олег, а ты на заправку с мигалками спешил, да? Это ты... Я теперь заметил, куда ты спешил. Я теперь заметил, номерочек записал. Все, жди, жди привета. Слышишь ты? За базаром следи чучело, блядь. С мигалочками он за гамбургами приехал. На видеорегистратор. Давай, давай, вызывай, вызывай. Все же заснято, как ты ехал сюда. Понятно. Ну жди привета, родной. Давай, давай, давай. В общем, мы куда-то повернули, примерно туда, куда мы должны скоро приехать. С одной стороны, ночью заезжать тоже хорошо. Через 100 метров плавно поверните налево. Нет никакого движения. Но еще, правда, 2 километра. Готовьтесь к правому повороту через 450 метров. Смотрите, сколько здесь грузовиков стоит. Прям нычка для грузовых машин. Ну, спят люди. А мы, по идее, вот-вот-вот и приедем. По идее, вернее, мы уже приехали. На следующем повороте поверните направо. Как бы вот здесь направо. И с левой стороны вот эта наша контора будет. На следующем повороте поверните направо.
вот нам как бы вот сюда, вот слева. Вот машинка стоит. Пойду. Пойду узнавать, какие тут порядки. Ну там свет какой-то горит, вон ворота. Ну, как бы сюда. Ничего себе. 8 рублей километр. Ага. Оплата до 8 рублей километр. Интересно, что ж надо для того, чтобы 8 рублей километр? Я одну фирму тоже знаю, где 70 евро в сутки платят. Блин, работают. Понимаете, в чем дело? Склад. Все, пошел я.